Очередное судебное заседание по делу аккордеониста Игоря Завадского состоялось. Это было первое заседание после того, как аккордеонист сменил себе адвоката. Тогда свое решение Игорь Завадский никак не комментировал. На этом заседании дал объяснение своего решения. Говорит, отказался от услуг Николая Кушниренко по тем же причинам, что и от услуг двух предыдущих защитников. Они строили свою защиту и, в принципе, со мной никаких общений таких по моим именно просьбам не могло быть. Поэтому мне нужен был адвокат на этой стадии, чтобы он мог мне оказывать юридическую помощь, и такой адвокат, который бы не затянул рассмотрение дела. Таким адвокатом, по мнению аккордеониста, станет Анна Литвин. К слову, женщина уже помогала и продюсера Игоря Завадского Андрею Бригидия, которого уже выпустили из СИЗО. Сама же адвокат пока высказывается достаточно сдержанно. Говорит, настроена на работу и только на положительный результат, но для этого еще предстоит поработать. Мы начинаем работать, то есть после всех заявленных ходатайств теперь мы как бы изучаем. На столах материалы дела, будем работать. Слишком продуктивным заседание суда назвать сложно. Уже по привычке слушание происходило в закрытом режиме. Судьи заслушали объяснение Игоря Завадского по апелляции и, собственно, на этом закрыли заседание суда. Следующее слушание по этому делу назначено на 26 февраля.